Блеснули вокальными талантами ветераны. Сегодня в нашем городе прошла настоящая битва хоров. В Муромском пансионате для престарелых и инвалидов прошел региональный этап конкурса. Участниками стали представители учреждений социального обслуживания и общественных организаций. Подробности в сюжете. Старые добрые песни, высокий уровень мастерства, яркие костюмы, зрелищность и оригинальность – главные критерии сегодняшней битвы хоров. На концерте для людей пожилого возраста и инвалидов сегодня выступали серебряные коллективы нашего города. Впервые департамент соцзащиты администрации Владимирской области проводит так называемый конкурс «Битва хоров». Сегодня он проходит у нас в Муроме. В нем участвуют три коллектива. Это наш известный коллектив «Хромка», общественная организация «Союз пенсионеров Окские напевы» и хоровой коллектив «Гармония». От живого исполнения конкурсантов зал был наполнен теплом. Гармонь ласкала слух, а ноги так и рвались в пляс. По итогам конкурса в номинации «Творческая индивидуальность» победу одержал хоровой коллектив «Окские напевы», поющий сердцем коллектив «Гармония». Первое место завоевал муромский именитый народный коллектив ансамбля гармонистов «Хромка». Эмоции, конечно, огромные. Мы ожидали такого результата, уже были готовы, как говорится, уже настроены на победу. Без веры никак нельзя. Ну и, конечно же, очень рады, что победили в этом конкурсе. Уже в мае победителям предстоит представить наш город на областном этапе конкурса «Битва хоров». Мария Жукова, Александр Симонов, Новости Муром.